Привет всем, меня зовут Эфей из Маленьких Украин. А у нас сегодня праздник. Праздник не большая, но государственный. Сегодня, я не знаю, как по-русски, просто по-китайски называется Тунцзи. Сегодня у нас этот день надо кушать пельмени и еще китайские сладкие пельмени. Называется Танъюэн. У нас пельмени прямо купили в магазине. Обычно у нас южное и север. Север понравится кушать пельмени, а южное понравится кушать такие штучки. Он сладкий, из лесовины. Мы кушаем пельмени с соус и уксус. Соус и уксус есть разные. Здесь большая не разница не большие, просто там соус бывает сладкий, соленый и не очень соленый. И уксус есть кисто и обычно кисто, такие по разным вкус кушают. Но еще есть, кто-то понравится кушать острый, можно добавить перцы. Вот уже приготовлено. Начинка есть разные. Здесь из овощей. Начинка. И овощи. Тут еще есть начинка с мяса. Вот мясо. А тут овощи. Но я добавил соус. Мне понравится с соуса, а не люблю. Не понравится с уксус. Очень вкусно.